80 години от живота ми са изцяло отдадени на танцовото изкуство. Аз съм работил и в класиката. 20 години съм работил в Софийската народна опера. Аз ставил български опери в Воронеж опера. Това много държа за автентичния фолклор, колкото се може повече да го пазиме, да го съхраняваме. Българският фолклор е със световна известност. И още след Втората световна война управляващите беше приоритет народното творчество. Так започнаха тези прегледи, фестивали, срещи. Наши състави после пообърне с гости чужбина. Среща, дружба, приятелство. Присъствието на руските колективи, които са непрекъснато тук, допринасят много за висотата, за стандарта на самия фестивал. Здравствуйте. Можете сказать, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет и откуда вы? Меня зовут Анатолий, мне 31 год. Я из города Арзамас, Нижегородской области, из России. Ранее вы уже приезжали на этот фестиваль? Да, мы здесь выступали в 2011 году, 6 лет назад. Что побуждает вас приезжать сюда снова и снова? Общение, скорее всего. Захотелось еще раз посмотреть, и очень радостно, когда мы приехали. И хорошие моменты сохранились, а те моменты, которые не совсем устраивали, они изменились в лучшую сторону. И поэтому самые теплые впечатления увозим, и когда-нибудь опять вот это воспоминание проснется о том, что давайте-ка еще раз вспомним, и опять приедем за этим общением. Сколько лет вы уже в этой профессии? Если не соврать, 14 или 15 лет.
вы специально готовите номера для выступления на этом фестивале, или вы уже с отработанными, которыми давно выступаете, сюда приехали? Мы приехали с отработанными номерами, но один номер готовили специально для фестиваля. Его нам в 2011 году поставил Иван Тодоров, академик, и поэтому мы его немножечко почистили, обновили. Это как раз болгарский танец, и мы его специально сюда привезли. Что вы можете рассказать про особенности своего костюма? Обычный мужской костюм, традиционный, народный, широкая рубашка, свободные штаны, кушак подпоясывающий. Поэтому, в принципе, ничего, все должно быть свободно, все должно быть хорошо и, главное, ярко. Здравствуйте, можете, пожалуйста, сказать, как вас зовут, сколько вам лет и откуда вы? Да, меня зовут Ольга, мне 14 лет, я из Украины, город Ивано-Франковск. Можешь ли ты сказать, волнуешься ли ты перед выступлением? Конечно же, волнуюсь, а это нормальное явление. Сложно ли тебе даются репетиции? Репетиции нет, я уже 8 лет занимаюсь этим, мне это нравится. Поддерживаешь ли ты участников из других стран? Конечно, мы все равны, мы все одни, как одна семья. Здравейте, казвам се Рая Тошева, на 26 години съм, от София. Ръководител съм на детски танцов ансамбъл Еремия, град София, и водеща на фестивал. Колко години се присъстваш на фестивал Приморско? Аз присъствам на фестивала от второто издание, което може би вече са 14 години. Първоначално идвах като танцорка, като малко детенци, и може би от 5-6 години вече съм водеща. Как сте формирали колектив Еремия? Ами, колектив Еремия беше мечта на нашия главен художествен ръководител. Той има голяма школа за възрастни. И всъщност той ми предложи да се занимавам с децата. В момента школата с възрастните всъщност издържа детския ансамбъл. Ансамбъл е на 4 години и лека по лека вървим напред. Но една сбъдната мечта за нас. Притесняваш се ли за деца, които излизат на сцена? Притеснявам се винаги. На всяка сцена, на която излизат. Запазват ли високо ниво колективи, които идват на фестивал Приморско? Да, смея да твърдя да. Особено на 15-то юбилейно издание. Колективите са доста добри, разнообразни. Така че да, мисля, че да. А какво ви кара да участвате във фестивал Приморско? Втори път Еремия. Точно говорим за колектив Еремия. Ами всъщност това, което ни харесва във фестивала, е освен, че има дефиле, има хубава сцена. За нас е изключително важно, че ги има вечерите на дружбата, където децата всъщност създават изключително много контакти, което е нещо уникално и се говори цяла година след това всъщност в София.
или се представили? Добро дан и вама. Јас сум Милослав Војнић Хајдук, познати као Марача, и уметнички сум директор Бунјевачког културног центра из града Суботица, Србија. Може ли да раскажеш за твоја творческа биографија, сврзана се с фолклора и танци? Са фолклором сам почнал да се бавим 1973. Од 1981. Радим као кореограф и солист на ансамбл. После тога сам исклучиво био руководилац и гостовал сам широм Европе, широм света. Чак сам пуно пута био и у Русији на фестивалу. Приморско сам свих 15 пута. Какво стана с фестивал Приморско за 15 години? Па да вам кажем, од првог фестивала била е нека позитивна енергија, добар штимул, добри луѓи, добри состави. Сваке године руководство на фестивал је уважавало наше приметбе, отклањало их и заедно, ја мислим, да смо дошли до овог нивоа, наравно, уз dužno poštovanje gospodinu Maksimu, gospođi Rini i prezidentu Todorovu. Treba da pritežava učesnik na festivala Primorsko, kolektiv koji tu ide tuka za nastup. Kolektiv koji dolazi u Primorsko treba da je spreman da ima prvo dobar program, dobra energija i pre svega da je spreman da je deo jedne dobre celine.